Сегодня у нас на разборе Samsung Galaxy A30s 2019 года. Открываем заднюю крышку. Для того, чтобы ее снять, надо нагреть по периметру. Здесь идет скотч двухсторонний. Нагреваем крышку и аккуратно отклеиваем. Мы крышку уже нагрели, теперь ее просто аккуратно отклеиваем от рамки. Далее откручиваем болты по всему периметру дисплейной рамки. Далее вытаскиваем лоток сим-карты и снимаем среднюю часть. Аккуратно отклеиваем шлейф, который идет на кнопке громкости включения. Далее отключаем шлейф, который идет у нас на аккумулятор. И отстегиваем межплатный шлейфик. Он у нас идет на дисплей и на нижнюю плату с системным разъемом. Отключаем отпечаток пальца и откручиваем его. Откручиваем нижнюю плату, которая идет на системный разъем. И аккуратненько ее снимаем. Отстегиваем антенный проводок. И тоже его снимаем. Далее снимаем фронтальную камеру. Откручиваем системную плату и снимаем ее с телефона. Далее с системной платы снимаем основную камеру, она у нас идет тройная. И аккуратно отклеиваем вибро. Далее, для того, чтобы снять аккумулятор, мы его подогреваем. Держится он на двухстороннем скотче. Этот аккумулятор мы уже подогрели, теперь его аккуратненько снимаем. В данной модели дисплей с тачскрином склеены между собой специальным клеем. Меняется только дисплейной сборкой. У нас на разборе дисплейный модуль с рамкой, но если вам нужно заменить модуль без рамки, вы просто выклеиваете дисплей из рамки, покупаете дисплей с тачскрином в сборе и вклеиваете его в эту рамку. Телефон разобран. Ставьте лайки и указывайте в комментарии, какие бы вы телефоны хотели увидеть в наших следующих разборах. Пока!